уничтожит спутниковую тарелку, и они лишатся связи, поднимется суматоха. Во время всей этой неразберихи ты сумеешь скрыться, и затем мы займемся поисками вал. Всем привет, мы на канале Ведьмак, меня зовут Дима, я продолжаю проходить классненькую интересненькую игрушку Аркай. Самая главная наша цель данной миссии, это тоже спутниковую тарелку, вот эту вот, как я понимаю, чтобы устроить, так сказать, диверсию, чтобы враги, пока я, ну, разъяснил, типа, подумали, что именно мне это и нужно было, и потом дальше уже отправиться путешествовать, искать, искать Вэлл. Давайте повеселимся на славу и устроим конкретную суперскую диверсию. Думаю, эта миссия будет веселая. Особенно если я по-тупому буду умирать, так это вообще будет капец. Очень весело. Ну, я постараюсь сделать ее веселой. Давайте начнем веселье. Как же мне этих кадров обойти, чтобы их убить и пойти дальше? Вон, на самом деле, надо было через бинокль еще посмотреть, сколько их в общем, а? В этом секторе. Поймал что-нибудь, Жан-Марк? Да мелюзга всякая, крупная не клюет. Просто у тебя не та наживка. Попробуй эту. Граната. Фредди, у тебя что, совсем крыша поехала? Ух, думаю, получилось меня убить их двоих одним ударом. Да, получилось. Так, теперь быстро патроны соберем и уничтожим. Есть, получилось, все. Теперь подмогу они не вызовут. Давай, Дима, ну не да. Кассия, пожалуйста. Ну, тебе без людей смотрят, а? И позорься. Как-никак, а? Смысл, не мальчик. Блин, а? Не мальчик, ну что такое? Так, давайте тихо. Ебать, они даже сквозь дом прошли, это есть не пень, а? О-о-о! Блин, Джек такой, о-о-о! Ебать, блин, меня эта игра веселит, а? Дальше вот так будет прикольно, а? Думаю, дальше будет уже не до веселья, а? Ладненько, пока у меня все нормально, все окей, жизни полны, я радостный, иду убивай козлов, направо и налево. Так, патроны у меня полные, дальше посмотрим, сколько их здесь. Не понимаю, если мы находимся у черта на куличках, что может принимать это блюдце? А ты на карту не пробовал посмотреть, умник? Мы находимся в самом центре архипелага. Отсюда легко установить связь с любым островом. А не проще ли было пользоваться сотовыми или чем-то подобным? На дворе 21 век, почему бы не использовать спутник? Мы не хотим, чтобы все знали, чем тут занимаемся. Ведь тут не просто так радиосигналы блокируются. Ох, я понял. У нас своя коммуникационная сеть, потому что мы не можем пользоваться внешне из-за этих блокирующих устройств. Потрясающе! Умнеешь на глазах! А не проще ли выключить эти блокирующие устройства? Надеюсь, стреляешь ты лучше, чем думаешь. Что это значит? То и значит. Ха-ха, проверим. Правда он стреляет ты лучше, чем думаешь? Блин. Кайфа. Ладненько, пойдем дальше, а? Посмотрим, насколько они опасны эти ублюдки, а? Правда, стреляет ли он лучше, или все-таки все же думает лучше, или одинаково все, стреляет хреново и думает так же. Ладненько, чувака еще не зафигачил, не засек. Так. Слушай внимательно, видишь на холме старый форт времен Второй мировой, доберись до него и как можно быстрее уничтожь центр связи. Понял, понял, вижу. Блин, зараза, не рассчитывал, что из этой наводки поплывут, а? Парень, конечно, первый миник придется убить. Есть, фух, получилось, а. Слава. Левая, классно. Вот, что мне думаю, сейчас не буду брать, а. Они меня уже спалили, поэтому... Да и теперь, в принципе, их очень много. Так что, орки меня просто тупо разнесут. Хотя, честно, знаете, как я могу сделать вариант? О! Я прикольненький эти варианты придумал. Я хочу попробовать его. Получится, не получится, а убьют, не убьют, ну да ладно. Раз, два. Обойти их сначала, сотки не гасить, потому что это будет не очень эстетично. Ну, сказать, не логично сейчас. Хотя нет, я по-другому сейчас сделаю, а их убью, ну подождите. Сначала тут я разберусь с людьми, я просто знал, что они здесь есть.
есть машину, блин, обидно завоевать, ну да ладно. Так, теперь, знаете, как с эмутем, я хочу просто обойти, прикольненько их обойти, чтобы не ожидали этого. Сзади, так сказать, зайти и офигачить их, значит, пригать их свинцом, а. Так, мне, они, походу, уже, наверное, готовы, и это не получится. Я просто там видел пулемет у них, а. Сука. Зараза, не получилось, а. Ну да ладно, черт с ними. Оставь, давайте ловить гранатку, а. Так хочу, блин, по этот пулемет, а. Классный у них. Ну, приступаю. Получилось. Будет сделано. Кому ты там говоришь, будет сделано. Полный вперед. Честно, кому-то стреляет, а? Да, черт возьми. Да сука, я откуда это бить гость? Это какой-то баг, или не пойму, меня откуда гость, откуда непонятно. Усек. Ну как погонять либо ухо? Ни черта не вижу! Да, черт подери! Я заметил этого ублюдка. Да ловите, сука, с повуха. Ну что, ублюдки, понравилось вам, а? А, как вам, а? Нравится? Я думаю, вам очень нравится. Ты тут говно, а? Не нравится он мне, поэтому я с большим удовольствием себя уже поделю. Васенька, я его поменяю. О, эй, блин, жизни мало, кто еще там есть? Давай, давай. Так, ладненько, все нормально, всех вроде бы убили, но это не факт. Ну, по крайней мере, в этом секторе точно, а? Блин, хотел вот мне в этот пулемет попасть, дайте их обойти, но, увы, не получилось, а? Меня спалили. Ладненько, думаю, дальше все пойдет по плану. Или нет. Так, ладненько, сейчас нужно патроны собрать. И жизни самое главное. Потому что мне их на нуле считаю. О, вот это лучше. Петух реально какой-то косой. Поэтому в этой игре, по крайней мере, именно в этой аркаде. Мне петух не очень нравится, честно говоря. Ну, какой-то такой. Может, очередью на меня стрелять. Так, ладненько, патроны, я думаю, у всех там собрал я уже тех, кого убил. Там вот дофига было. Мне просто позднее, видите, лишь маскировку включают, а. Еще их заметишь. Опа, винтовочка. Винтовка М4, класс. С большим удовольствием я возьму. Так, ну, я тех убил, там, а здесь убил. Не знаю, как честно пойти, а. Блин, попробую я все-таки так обойти. Хотя один интересно сделаю. Так, там уже убил всех. Машина, никто не больше не приедет, подмога, а. Нормально. Пойдем так пройдемся, как к цели нашей. А пулемет просто вот так прикольненько я бы сел бы и сел бы и замочил бы. Увы. Ладно. Гранат у меня суповых 0. Обычный гранат 6 и больше нет, в принципе. Еще один совет, Джек. Не ходи тропами. Скорее всего, наткнешься на противника. Пробирайся через джунгли, и твои шансы на успех возрастут. Спасибо тебе, Дуэл. Так и сделаю. Правда, если получится так сделать. Просто тут у меня в глазах бить все зеленое, блин, а. И я зеленый цвет так и особо, блин, вижу, как говорится, а. Давайте. Думаю, данное прохождение вам вообще нравится. Я стараюсь специально для вас. Вы размышли, куда деваются отходы неудачных экспериментов Кригера? Черт, нельзя же так. Пати, сколько там вас, а? Блин, ты чё, да? Смотри, их очень дофигища, а? Ты видел? Блин, пить броню потерял, а? Маник, у тебя уже получше сыграл, уже лучше. Уже никак тут раз не сдох по-дебильному. Ой-ой-ой. Что там творится? Не знаю, не знаю. Выкурить его оттуда! Давай, попробуй. Так, патроны у меня мало, лучше перезарядки сделаю. Все, теперь все полное.
Я обычно все аккуратненько. Что здесь произошло? Так, одна тварь, где она? Да, либо справа, либо слева будет. Так, тут никого нет, все. Идем дальше, значит. Блин, сразу, блин, а. Пустая Нибра, а? Сволочи. Хорошо, на немке уфига. Но я все равно лучше. Так. Куда же мне пойти, направо или налево? Блин, я схожу и пойду налево, там намного, наверное, интереснее будет, да? Что с ним здесь направо, а? Потом тоже схожу, если что-то, если там куда будет. Так, опа, опять слеповухи. Зашибись. Так, винтовку перезарядку сделаю обязательно. Петух, петух, честно, не особо так заходит. Работа появилась, а то уже всю задницу отсидел. Чего скулишь? Работал лучше не придумаешь. Ничего не делай, знай, валяйся целыми днями на пляже, да играй с пушками. Чего еще желать? Да, это клево, но место здесь дерьмовое. Со стороны кажется, что жизнь наемника полна приключений, да? Слушай, малый, ты лучше молись, чтобы тут все шло тихо. Простое правило. Как только начинаются приключения, так сразу начинаются неприятности. Это вы, тоже верно, ты подметил. Раз, два, три! Как я их, а? Вот это круть, а? Это реально круть. Блин, сорвать, а? Пукал меня. Блин, поскорее бы вывка не пришел. Видите, мы как я обоссался бы, а? Это был реально угар. Так, петух или эмочка, блин. Это твой петухом. Слеповуху. А по-любому кто-нибудь будет, а? Видел? Давайте слеповухаю. Блин, не 5 секунд и все, а. Фух, получилось, парень, так как я хотел, но тем не менее. Есть, блин. Да, я не спец по здоровьям этих игрок, но тем не менее я. Ну, нормально их убил. Так, ладненько. Блин, что здесь я снял? Ого, нифига себе его ты же светил. Давайте контрольный, а. Во, вот красавчика. Ничего не скажу, ну красавчика. Да. Не, классно. Я думаю, петух сменил, если хоть оружие тут будет, а. Опа, оружие. Пистолет, пулемет, МП-90 будет. Ровно, ага, пулем. МП-5. Ладненько, чего с ним выкинем, это оружие. Петух. Нет, блин, я петух уже выкинул. Что это такое? Смотрите, посмотрите, они просто зависают в воздухе. Круть. Реально сыто. Ладно. Пойдем дальше. Нам дальше, кажется, спутниковую антенну уже уничтожите. И отправляться дальше, сказать. Вот теперь наконец-то не появилось оружие тихо. Может будет тихо их убивать. Конечно, не всех, я не буду так каждый раз всех убивать. Ну, как захочу, в общем говоря. Так. Ага. Ой, крутяк, а. Крутяцкий крутяк. Опа, все, погнали. Большого броника нигде нет, а? Ванька, тут думаешь, если все на кого-нибудь полюбить, нарвемся. Опа. Снайпер. Ты еще крутой такой в очках, а? Ну ладно, как снайпер. Посмотри, тихоря с тобой. Это я слышал от Паула. Да! Как у него дела-то? Он говорит, тут творятся очень странные вещи. Странные? Насколько странные? Ну, я не знаю. Странные и все. Он видел пару экспериментов, жуткое дело. Говорит, ему запретили болтать об этом. Круто! Может, и мне доведется увидеть. Дело твое, а мне и тут неплохо. Не хочу я связываться со всякими странными вещами. Мне хватает солнца и пляжа. А, не хочу, не знаю, о чем мне говорят, но скорее всего, что по ходу игры узнаем, а? Давайте сейчас тихо это снайпера убьем. Есть. Все ликвидировано. Ваши хоть сейчас меня не спалили, а? Патроны на снайперку возьму у него.
Отлично. Так, еще цель. Ух ты, тут же 3 цели, а? Блин, значит 4. Так. И что, их четверо тут было? Офигеть. Видите, они какой-то, они то есть, то нету, бля. Смотрите, оп, и нету. Оп, есть. Магия. Ничего не скажешь. Так, ладно, давайте тихо их обойдем, убьем. Оставимся. Ой, блин. Ладненько, сейчас. Давайте. Ты так, если пошел бы, я бы на них нарвался. Так, еще кота, вот как уйдет. Есть, получилось. Надо быстро какая-то лодка уничтожить, чтобы потом в будущем она мне не мешала. Крутой чувак был. Прикольненькая пушка. Вот бы вдарить с нее бы. Тут же вторая мировая проходила действие. Так, где эта лодка? Чайки летают, да? Вот эта лодка делать. Непонятно, ладненько. Ладно, походу дело дальше узнаем. Полюбостнее нарвемся еще на этих ублюдков с лодкой. Так, все, дальше идемте. Кроме настоящих наши главные цели выполнять. Но я тихо, я их убил нормально. Быстренько так. Главное таким оружием уже людей стрелять. Это самое то. Так, теперь пойдем брать преступную крепость. Конечно, главное поближе подойти. Тем не менее, потихоньку. И чпокнуть их. Есть. Первая цель ликвидирована. Смотри, сколько я цели смогу ликвидировать втихаря. Пока меня не спалят. Никого нет? Показывай, что ты что есть. Наверное, сверху, скорее всего. Ладненько, тут нет никого. Раз. Так, где еще один? Вышел. Блин. Получилось. Где-то цель еще одна желтенькая, мне интересно просто. Получилось. Прикольненькое оружие. Ты слышишь? Боюсь, нет, да? Блин, получилось тихоря их убить. Еще последняя ублюдская цель. Ну да, конечно, не точно, это последняя. Но тем не менее. Ой. О, блин. Думал, что каюк мне придет. Опа, танчики. Так, вот наша главная цель, мы наконец к ней подошли. Но я чувствую, все так легко не закончится, а? Как бы мне не хотелось, чтобы все было легко. Так не бывает. Но, по крайней мере, я их тихо убил. Пока вроде бы подмоги не... Нет, вообще сказать так. Так, может где-нибудь здесь поискать быстренько. Опа! А, это машина, которую я. Это уж вот, я приплыл. Угу. А вот здесь есть. Был изначально, конечно, где я всех поубивал. Ладненько. Так быстренько отходим, может броник где-нибудь себе найдем, а? Ты, честно говоря, он мне нужен. Давайте. Ой. Чувак не слушал, хотя да, я же тихо всех убивал. Вот мужик, а. Что-то крюки сделал, ну сорян, мужик. Так, сейчас, наверное, скорее всего, выкинем пистолет, я так думаю, он нам не понадобится. Хотя, блин, давайте быстренько, если получится. Вроде бы, может быть, тут. О! Круть. Интересно, крюк нашел броник. Так, все, выкинем пистолет. Ну, потому что мне больше ничего выкинуть, честно, мне все нужно, а. Это плохо. Черт, что же нам теперь делать? Это рискованно, но думаю, я сумею взломать систему безопасности. Подожди. Класс. Подожди, говорит. Ага.
Ха-ха, вы прям без выбора, выбор есть. Пойдем просто я вот бака. Тебя засекли. Твою месть. По моим данным, они появятся с севера. Это просто замечательно. Да спасибо тебе, ёб твою налево, сука, еще когда. Этому дива появилась, а? Как дива просто ты, а? Куда ж ты взялся, мудак, а? Твою медь, я убил лодку. Твою медь. Теперь все раки запускают, да? Блин. Охренеть, он, наверное, еще выстрелил уже, а? Тут не успеешь их. Блин, а? Еще и вертолеты летят, а ну вас нахрен. Блин, да ёпа, это ты, а? Ты все же ты момент перебил, а? Так твою ж мамашу, ну блин, а. Ладненько, чёрт с ним, сейчас все получится нормально с первого раза, а. Куда сейчас попасть со снайперки, блин, быстро броник возьму. Капец, вот это со стрелки это, конечно, были, а. Но вот по ходу игры я вроде бы один раз умер, а. Было прикольно, если вообще не умер бы ни разу в игре вообще. Похоже, они заблокировали дверь центра связи. Это плохо, чёрт, что же нам теперь делать? Это рискованно, но думаю, я сумею взломать систему безопасности. Подожди немного. Опа. Да, вот прям выбор есть. Думаю, я попаду сейчас. Блин, они все равно стреляют. Это просто замечательно. Это просто прекрасно, а. Блин. Так, все этих я убил. Там же чувак должен появиться. Еще с самого начала. А блин, ты войдешь, мать, а. Тебя еще не хватало. Есть, получилось убить, все нормально. Больше думал, по мне целить никто не будет. Блин, вертолеты. Ну да, вот и вертолетик, а. Пусть сейчас работал, он не уплывает, а. О, а, черт с ними. Так, давайте вертолетик, я уже готов. Теперь я готов вас ждать, где вы поедете. Блин, пропадаю, а. Это разница такая, а. Давно было уже пора. Блин, ушел, а. Хотя хоть один не ушел. Так, самое главное, я крутой катер взорвал, а? Реально крутой. Маленько все всех убил, может думать дальше уже идти. Все. Круть было, блин. Какой такой бойник потерял, а? Вот так повалили весело. Готово. Система безопасности взломана. Джек, быстрее в здание. Хаесики, блин, спасибо. Тестовый штамм мутагена еще сильнее, чем я изначально предполагал. Исследования показывают, у подопытных открылись способности сверхлюдей. Беспокоит одно, они могут стать неуправляемыми. Я намеренно использовал свою собственную ДНК для создания штамма. Надеюсь, у них образуется врожденный инстинкт подчинения мне. Я смогу ими управлять. Скоро мы будем готовы вырастить новых. Кого-то новых, а? Слышишь, бейби. Как он выжил? Элли, как он выжил? Центр связи подается от генератора. Если ты установишь взрывчатку на баке с топливом, то взрыв будет такой, что от центра ничего не останется. О, взрывчатка, точно. Только я забыл ее дома. Сейчас не время для сарказма. Ты же профессионал. Наемники расчищают взрывами заросли на острове. Отсмотрись, ты сумеешь найти что-нибудь подходящее. Понял, понял. Уже нашел. Сейчас мы все быстро повернем, а? Ай, классная мига.
Или класс. Давай. Вот она. Сейчас зайдем, все устроим диверсию. Убирайся оттуда быстрее! Я понял, бегу, бегу. Всем спасибо, я был Ведьмак, продолжение в следующем, покидала.